Ребзи, что вчера было? Мы нашли своего командира. А где он? Нам нужно разгадать это. Может быть, командир прячется от нас за этой дверью? Ничего себе, про меня тут кино снимают. А вот нужный адрес. Это еще что за хрень? Бойцы, посмотрите, что это так бумкнуло. Кажется, это ваша машина. Не справился с управлением. Простите. Не простите, а виноват. Вась, это же гражданский, у них нет устава. Простите, господин. Ты кто, ёпт? У меня заказ на доставку пиццы по этому адресу. Отлично, пошли с нами. А я тут заказываю на Алиэкспрессе. Консоль новую вот доставили. Тут какой-то пидор въехал в ваш УАЗик. Тащи его сюда. О, пиццу доставили. А где пидор? Он перед вами, командир. Вас понял, боец. Военный билет есть? Есть. Теперь нет. Итак, новобранец. Нарекаю тебя Желторотик. Ты определен в отряд. А, и выгоните отсюда этого вейпера. Уже, парит и парит. А из Желторотика сделайте профессионального бойца. Но, как же, мой мотороллер? Где ты видел спецназ на мотороллере? Смотри, Вася, что это за мопедик? Этот мопедик? Не знаю. Давай покатаемся. Ты знаешь, как это вскрывать? Заебали шутки повторять. Боец спецназа должен порхать как бабочка и бегать как кот от танка. Сейчас мы с тобой займемся физической подготовкой. Видишь этого спортсмена? Да. Ты должен победить его в неравной схватке, чтобы он ушел с нашей площадки. Жизнь и смерть – одно и то же. Если осознать это глубоко, то смерть более не страшит, а жизнь не кажется такой уж трудной. Ты убил его, бестолочь. Ребзи, у меня закончилось пиво. Кто пойдет за Клинским? Я. Тогда поехали в лабаз. Кто последний, тот за руль. 3, 2, 1. Кто споткнется, тот нехороший человек. А я выпил, теперь мне за руль нельзя. Я сказал, кто последний, тот за руль. Вася, ты проехал лабаз. Сейчас исправим. Жижа вкусная. Желторотик, сходи за пивом. О, новый покупатель. Заходи, гостем будешь. Чего желаешь? Мне 6 баночек пива, пожалуйста. Хорошо, дорогой, с тебя 125,99. А скидочку дадите? А у тебя есть клубная карта нашего алкомаркета? У меня бонусы, спасибо, от спецназбанка. Извини, брат, у нас оплата только наличными. А сдача с 5000 будет? Тупой американец думает, что у нас всегда обязана быть сдача. Да мы только час назад открылись, а он уже
20-тысячный тащит, чтобы похмел купить. Заколебали алкаши. Говорила мне баба, народ и была Бишкек. Не езжай в эту страну алкашей. Мое пиво не достанется такой капиталистически достроенной брази. Эва, слава Будды! Вы тоже слышали этот перевод? Ну ты желторотик и глупый, даже пиво купить не можешь. Вот из-за таких обезьяноподобных я не могу выехать утром с парковки. Она покупает себе гелика, раскрасит их в ярко-розовые тона и кудахчут, что 9 метров дороги им одним принцессам не хватает. Это розовый бифстер. Чё? Это не ярко-розовый, а розовый бифстер. Так. Вот к тебе ярко-розовая винтовка, иди отстрели ей мозг. Стоп. У неё же его нет. Но мне жалко убивать такое милое животное. Спецназ не должен испытывать жалости. Это существо создает реальную угрозу мирному населению города. Стреляй на поражение. Это приказ. Ах, я не могу выстрелить в этот образец красоты. Шеф, они хотели убить вашу дочь. Я знаю, Франческо. Они еще заплатят за свой поступок. Поздравляем. Ты счастье провалил все испытания. Ты однозначно самый бездарный спецназовец. Такого даже среди нас никогда не было. Но нам срочно нужны бойцы, поэтому ты принят. Завтра же полетишь со своим отрядом на первое боевое задание. Ну надо же, автомат дадите? Дадим. Розовый.